Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет небольшой эксперимент. Проект по переделке в литий-ионные аккумуляторы для шуруповерта. Как видно, здесь для 14 вольт используется тут был 1,3 ампер-часа. Я буду переделать на 4 литий-ионных. Тут именно 4 надо использовать, 3 уже не пойдет, не тот ток будет выдавать. Также я использую такие вот холдеры, внутрь помещу. Также использовать вот эти две платки. Буду использовать такую вот плату зарядки аккумуляторов, но, к сожалению, здесь нет устроенного балансира, который будет регулировать ток между батареями. Поэтому для этого я буду такой балансир использовать. Вот. Так, ну, следующий ход. Это надо разобрать, вытащить старые батарейки. Ну и прикинуть, как будет располагаться это все внутри. Так, я снял крышку. Такие вот батарейки, которые уже не вытягивают. Мы отсюда возьмем только вот этот штекер, клеммы точнее, подсоединим вот сюда, возможно, на горячий клей посажу. Естественно, как припаяем провода. Дальше нам холдеры надо. Холдеры надо сюда вставить. Я так прикинул, надо будет немного стачивать вот эти бортики. Но это легко исправить. Ненадолго это займет. В общем, сейчас подделаю холдеры, чтобы они сюда входили. Возможно, вот так вот будет. Посмотрим. Вот. Ну и дальше будет видно. Так, я сделаю, подсоединю провода холдером. И потом подумал, примерил, и получилось, что не очень компактно у меня. И поэтому я решил напечатать на 3D принтере холдер свой собственный. Он более компактен, никаких лишних углов нету, и его буду использовать. Клеммы, которые будут держать батарейки, я буду по такому принципу заложу их. И в принципе такого плана будут клеммы. Потом буду таким же принципом, сейчас покажу. Первый у меня слева направо идут, слева минус, здесь плюс. Здесь сделаю перемычку на второй. Здесь будет минус, дальше плюс. Дальше отсюда идет перемычка в третий. Так, получается, здесь будет опять минус. Опять клеммы. Здесь плюс, перемычка. И приходит отсюда плюс. Это плюс крайний будет получается.
здесь минус крайний, здесь плюс крайний. И да, получается здесь вывод будет торчать, здесь будет торчать, потом здесь торчать, здесь провод и здесь. Всего 5 проводов будет выведено. Надо сделать клеммы, в принципе, провести и продолжим. Так, получается, я все уже сделал. Сейчас показываю конечный результат. Получается, плата зарядки вверху будет, а плата балансира как бы сбоку. Эти два вывода идут на к этим проводам, которые вот это и вот это. Это минус, это плюс. Вот. Для лучшего контакта я еще фольгу использовал. Так лучше всего получается. В принципе, движение электричества я вам показывал, какая за каким идет. А единственное по разводке, давайте вначале. Вот этот нулевой, это первый. Это который минус, где начало. Вот. Второе, это, соответственно, вот здесь. Первая батарейка идет. И соединение между первой и второй, это идет 3,7 вольта. Вот здесь будет. Дальше идет второй, третий. Здесь между второй и третьей батарейкой. Четвертый между четвертой и пятой. Ой, третий и четвертый. А пятый это в конце. Это плюс. Это по балансиру. Ну, тут, в принципе, все понятно. Крайние точки и между батарейками. Дальше по плате зарядки. Получается P плюс P минус. Это идет на отдачу питания. Так, секунду. Так, продолжим. Засомневался немного. Это получается провода P плюс P минус. Это отдача питания для шуруповерта. Но также это провода, контакты, точнее, для зарядки самих батарей. Дальше по порядку. Есть B плюс и B минус. Здесь крайне. Это B минус, как я и говорил. Отсюда начинается B крайний провод в цепочке. Это крайний минус. И крайний плюс, это к четвертой батарейке плюс. Он никому не подсоединен. И этот вывод прикрепляется к B плюсу. Дальше получается VL, VM и VH. Получается между первой и второй это VL. Между второй и третьей VM. Вот. Между третьей и четвертой VH. То есть также по порядку. Вначале B минус, VL, VM, VH и заканчивается B плюс. В принципе, все понятно. Как что распределяется. Так. Дальше. Еще один нюанс. Да, здесь я убрал перегородки небольшие. Они, в принципе, будут мешаться. И хочу поставить вольтметр. Но он будет не постоянно работать. Вот так будет. А будет, в принципе, работать. Я еще здесь где-то кнопку сделаю. При нажатии кнопки будет показываться напряжение батареи в, ну, в момент нажатия. Вот. И, в принципе, когда все приделаю вольтметр, сделаю кнопку,
все подсоединю и, в принципе, будет закончен. Сейчас сделаю и продолжим. Так, все по порядку. Сюда я вставил вольтметр. Просверлил дырку и землю в разрыв кнопки привел к выводам на вот эти клеммы. То есть параллельно все провода вместе сделал. Плюс к плюсу, минус к минусу. Сюда батареи встали. В принципе, ну и больше ничего. И теперь при нажатии показывает заряд батареи. Соответственно, литий-ионные они до 3 вольт могут разряжаться. То есть 3 на 4, 12 вольт. Так что вполне можно работать. Так, сейчас все закручиваю и вставляю в шуруповерт и пробуем. Так, получается, я закрутил. И пробуем. В принципе, заряд полный. Все крутит. Сильно крутит. Все, можно работать. Проект закончен. Считаю успешен. Всем советую переходить. По затратам, конечно, один раз надо затратиться. Но зато потом можно использовать. Да, еще тут заряд, конечно, надо. А получается по 4 10 вольта. Это 16 4 вольта. Чтобы шла зарядка. То есть, так как зарядные клеммы здесь установлены, и надо сюда подавать 16,4 вольта. В принципе, и он будет заряжаться. В принципе, у меня все. У кого остались вопросы, задавайте в комментариях. Ну, а у меня все. Пока. Всем удачи.